Всем привет! Сегодня мы будем записывать новое видео. Я буду готовить бакинскую халву. Это не очень сложно. Но у нас такой случай. Мамина годовщина. Поэтому готовим это блюдо. Мы берем 250 грамм масла. Сейчас его размешаем. Растопим. Добавим 250 грамм муки. Все это тщательно надо будет перемешать. Вот. А тем временем у меня здесь готовится сироп. Те же самые 250 грамм сахара, разведенные с водой, и добавлено саркёки. Пол чайной ложечки саркёки, 300 грамм воды и 250 грамм сахарного песка. Ускорим этот процесс, разломаем его. Вот, все, масло уже у нас почти растаяло. Можем добавлять муку. Муку добавили. Теперь надо это все как следует перемешать. Когда мы почувствуем характерный запах, немножечко такой потемневший цвет, тогда мы будем выливать туда сахарный сироп. Как мы перемешаем все это дело, нам необходимо будет выключить плиту, и наша халва будет готова. Это очень калорийное блюдо, поэтому злоупотреблять, конечно, таким питанием не стоит, но когда у нас бывают такие поминальные дни, в Азербайджане принято подавать на стол халву. А тем более, когда вы готовите это дома сами, это вдвойне хорошо. Можем мой сироп отключать. Сироп отключили, он готов, пускай немножко остывает, а мы тем временем будем мешать перемешивать муку с маслом. Вот мы довели до такого цвета корицы. Перемешиваем постоянно, не останавливаясь. Теперь нам нужно отключить газ и в перемешанную муку с маслом добавить сахарный сироп. Он должен быть горячий, иначе у нас все это будет сильно шипеть. Очень аккуратно, потому что это такая процедура, которая достаточно опасна, можно обжечься. Вот мы постепенно добавляем это все, перемешивая, пока мы не выльем все. Еще раз напоминаю, у нас было 300 грамм воды, 250 грамм сахара, пачка 250 граммовое масло и 250 грамм муки. Сейчас мы все это перемешиваем. И будем доводить до единого, так скажем, однородного состояния. Пока еще где-то больше, где-то меньше. В
размешалось. Вот, но в целом уже начинает напоминать готовую халву. Запах, по крайней мере, уже тот, что нужно. Сейчас мы это все как следует перемешаем. Еще раз напоминаю, что газ лучше отключить, потому что иначе это все дело будет сильно шипеть. Можно. У меня очень такая, это старая сковорода. Она ну, не глубокая, хоть и большой диаметр. Поэтому лучше, так скажем, не рисковать. А то если она будет брызгать, это, конечно, очень опасно. Все прекрасно знают, что такое кипящее масло. Вот. Ну вот, посмотрите, уже это напоминает что-то похожее на готовый результат. Сейчас все это как следует будет перемешано и разложится на тарелочке. Роздано родственникам либо гостям. Наша халва готова. Можно ставить на стол.